24-гадовий мастак Алексей Бізунов помер 13 кастрычніка минулого года. Несчастный випадок отбылся с хлопцем у Мексицы, куда ян поехал працевать и творить. Лень, глядяши на короткий житёвый шлях, он досягнул сапраўдных вышынь. Алексей был лауреатом арт-сессии. Глядачы неодноразово могли бачить працы молодого мастака у Центра сучасного мастацтва и інших выставочных залах Витебска. Он оставил около 120 живописных полотен большого формата. То есть успел очень много, что довольно удивительно для такого юного возраста. И вообще, что он работал в больших форматах и очень рано перешел к абстракции. То есть он достоин внимания не только потому, что он ушел, а потому, что успел многое и был замечен нами ранее. Акрамя мастацкого таленту, Алексей володу почуцем слова. Яго картины сопровождаются вершами и цитатами из его книг. Сябры мастака вырашили створить каталог с працами хлопца, каб зберегчы спадчыну, покинутую Алексеем. Многие говорят, что он был свободный, как птица. Это проявлялось во всем его образе жизни, в его живописи. Его ничего не сковывало, эта свобода подкупает до сих пор, и работы его завораживают. Кроме этого, он писал свою книгу, и чтобы понять его творчество, нужно совмещать его высказывания, его отрывки из его книги, его стихи и его картины. Все это взаимосвязано. Работа Алексея Бізунова знаходится у фондах Витебского центра сучасного мастерства, у приватных коллекциях Беларуси, Мексики и Германии. Прожившее недолгое житие, Алексей покинул после себя около 120 дивных маляуничих полотнов, что выкликает соправдное захопление. Оценивать мир человека – это вообще всегда сложно, мир художника тем более. Я могу только сказать о том, что это был очень талантливый человек. Очень талантливый художник. Но это индивидуальность однозначно. То есть это человек, который сделал себя личностью, это видно. На вечере памяти присутничали мать Алексея, яго сябры и аматоры творчести. Мастак, музыка и письменник. Шмат таленту переплетались у одного человеку. Але, кроме иншего, Алексей Бізунов был добрым сябром. Помимо того, что он был великолепным художником, музыкантом, он был очень разносторонний, он всегда был душой компании, без проблем, находил подходы ко всем людям. Как человек он был всегда свободен, он никогда не находился в одном месте. Он путешествовал, он объездил полмира за свои неполные 25 лет. Он успел много чего сделать и для друзей, и для родителей. Он никогда не отказывался, если его просишь о помощи либо о чем-то. Он всегда рад был помочь. Житё мастака протягивается и после смерти, и он застаётся жить у своих творениях. Виктория Теляпкова, Александр Приставко, Дмитрий Котов, Новини Витебск.